Во Владимире возле тандема пьяный водитель фуры устроил массовую аварию. По информации владимирской полиции, он не успел затормозить и ударил автомобиль Honda, стоящий на запрещающем сигнале светофора. В машине находился 5-летний ребенок. Дальше произошла цепная реакция. От удара автомобиль Honda совершает наезд на стоящий впереди автомобиль Ford. От удара автомобиль Ford отбросил на стоящий впереди автомобиль Lada. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Honda, пассажир автомобиля Honda 89-го года рождения, пассажир автомобиля Honda 2017 года рождения.